Мальчик посещал детский сад «Чебурашка». 18 марта детям с согласия родителей была сделана прививка от дифтерии и столбняка. По словам главного врача Коряжемской городской больницы Сергея Хохлова, во второй половине дня 20 марта маме мальчика позвонили из детского сада и попросили забрать ребенка, поскольку у него поднялась температура. А вечером скорая была вынуждена констатировать внезапную смерть. Сегодня Коряжемский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Нашим следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 109 части 2 Уголовного кодекса «Неосторожное причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». То есть в рамках расследования данного уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая нам ответит, какова причина смерти данного мальчика. Поэтому в настоящее время говорить о том, что причиной смерти явилась именно прививка, абсолютно необоснованно и преждевременно. Главная задача сейчас – выяснить все обстоятельства и причины летального исхода ребенка. Экспертизы в рамках уголовного дела могут занять не один месяц. Пока же следственный отдел будет проверять действия всех медицинских работников, начиная с тех, кто делал прививки, и заканчивая участковыми педиатрами детской поликлиники. Прокуратура города со своей стороны проведет проверку соблюдения законодательства, регламентирующего порядок вакцинации в детских дошкольных учреждениях города.